Redmond RHB-2910 – блендер с высокой мощностью и тремя насадками для работы. Корпус моторной части выполнен из белого пластика с добавлением резиновой накладки для более комфортного использования. Мощность модели составляет 950 Вт, а скорость регулируется в двух режимах. Погружная часть сделана из нержавеющей стали. Это позволяет использовать прибор, к примеру, в горячей воде. В комплекте поставляются три насадки, нож с четырьмя лезвиями для измельчения продуктов, насадка для смешивания, позволяющая приготовить разнообразные пюре, и диск для взбивания. Длина шнура составляет 110 см. Сильными сторонами блендера можно назвать высокую мощность, металлическую погружную часть и демократичную цену.